Добрый день, уважаемые саровчане. Сегодня, 20 апреля, санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в городе Сарове существенно не изменилась. За выходные несколько человек из контактной группы, которые находились под наблюдением и на карантине, дали уже либо первые признаки заболеваний, либо высеяли коронавирус. Таким образом, на сегодняшний день у нас 23 человека больных, из них 9 находятся в условиях госпитализации, остальные лечатся на дому. Все заболевания проходят в легкой и среднетяжелой формах. При этом еще 115 человек находятся на карантине, находятся обязательной не только самоизоляции, но и под медицинским наблюдением и под лабораторным контролем. Надо отметить, что, к нашему счастью, далеко не все люди, кто находится на карантине, заболевают, и многие из них уже закончили свои карантинные мероприятия, показали отрицательные в нескольких пробах анализа, не заболели и вернулись к нормальной жизни. На сегодняшний день у нас 177 человек, уже снятых с медицинского наблюдения. Мы по-прежнему говорим с вами о всех мерах профилактики, которые действуют в городе. Мы по-прежнему с вами акцент делаем на магазины, аптеки, другие места скопления людей. Мы по-прежнему помним о том, что не надо ходить друг к другу в гости. Сейчас на пасхальной неделе помним о том, что не надо обниматься, не надо рукопожатий и стараться как можно меньше общаться с людьми, кто относится к группе риска. Это люди с сопутствующими заболеваниями, это наши дорогие возрастные родственники и знакомые. Будьте здоровы, всего вам доброго!